Всем подписчикам привет моего канала. Вот обзор находок со свалки. Тоже. Так. Радиоприемник ВФ-214. Побитый. Это походу электромегафон Эхо. Побитый приемник Океан 222. Вот такой телевизор Юность 331 ТБ-303. Вот еще даже вид хороший. Такой же как автомобильный телевизор Опера. Не знаю, целый, не целый. Вот такие вот уже часы электронные, разбитые, кварц, интеграл. Это что от них осталось. И приемщик Океан, тоже побитый на запчасти. Вот такой еще магнитофон, очень редкий магнитофон, Томми 401. Живьем я их никогда не видел, сколько я не монтировал, пожалуй, очень редкий. Аппарат, наверное, пойдет у меня под восстановление. У меня даже корпус есть такой найден. В очень хорошем состоянии. Вот такой подбитый тут. Ну, внутри вроде все целое. Такой магнитофончик. Тут телевизионные платы. Советских такой это счетчик, даже видно, первый не понял, потом по корпусу увидел, что это электросчетчик трехфазный, да, скорее всего электронный. Да, и вот такая вот у меня сумка, вот телевизор вот перебойный, вот, все разбивает, нужно собирать. Вообще не знаю от чего. Так вот с разъемами перебойник, жесткий диск, очень древний. Ну, в основном телевизоров этих перебойник. Ну и компьютер на маленький. Перебойники разбитые. Здесь тут много. Вот. Тоже советская плата. Тоже что-то разбито. Такая вот еще советская. Нет чего плата. Плата с рюшками. Здесь только на расплейке, на расплейке. Вот такой вот обзор находок. Ну еще попался вот такой большой телевизор разбитый. Ну, вытушить светодиоды с него. Мистери 39 или 40 дюймов. Вот, телевизор на разбор пойдет. Вот такой вот обзор находок за выходной день. Всем пока.